дошло опять. Ого, да не, да ничего себе. Тихо, тихо. Фу, ты что? Тихо. Ну это уже агрессивная поклёвка. Иди сюда. Ходи. Так. Выходи, иди сюда. Иди. Карпик. Карпик. Хорошенький. Хорошенький карпик. Иди, иди, иди. Блин, ручку надо было на подхват. Так, карпушка. Ребята, всем привет! Я рад вас приветствовать на канале Дневник Рыболова. И сегодня хочу снять необычное для себя формат видео для моего канала. Мы ловили уже на все. На кормаки, на фидера, на карповики охотились на разную рыбу. Но самого главного я не показал. Это рыбалка на поплавочную удочку. Последний раз поплавочную удочку я брал лет 15 назад. А начинал я с какой-то палочки в детстве, ходил. Гусиное перо, леска, крючки еще такие, носом почти были. И ходили мы на рыбалку. То есть так вот я начинал. Со временем, конечно, я перешел на донную снасть. Мне больше донки нравятся. Вот. Но ностальгия. Хочу посидеть сегодня с поплавочком. Ну, можно сказать, это тестовое. Все начинали с поплавка. Потому что, когда я собирался на рыбалку, все мои гуси раньше времени улетали в теплые края, по углам прятались. Потому что поплавков не было. Потом появилась у меня... Как сейчас помню, бамбуковая удочка. Мне казалось, что я самый счастливый рыбак в мире. Ходил, ловил вот таких вот карасиков с полладошки. Вот. Но если попадался с ладошку, я приходил домой таким чемпионом показать. Мама, посмотри, что я поймал, какую большую рыбу. То есть ладошка для меня казалась это супер трофей в свое время. Времена меняются, понятно, со временем хочется что-то большего. Вот. Но вернемся к истокам. И вам, ребята, будет интересно, посидим, посмотрим на поплавочек. Сегодня хочу сделать такой вот формат без выключения камеры. То есть включим экшн-камеру и весь процесс без нарезки будем снимать на видео. Так что смотрите, если вам интересно, смотрим видео дальше. Все, поехали. Ну что, ребята, ветерок поднялся, звук может быть барахло полное, но... Будем пытаться ловить на поплавочек. Собрал обычный поплавок, кембрик, вот, крючочек, одел кукурузину. Сейчас забросим, пока глубина где-то, ну, чуть, может, больше метра. Так, есть. Поправим камеру. Поправим камеру. Чем поплавок не становится, не пойму. Глубина, наверное, ну чуть нужно, наверное, подуменьшить. Ладно, пускай лежит. Значит так, ловим кукуруза. Опарыш красный, там червя взял, и опарыш белый. Попробуем, начнем с кукурузки. Вот. Ах ты, ё-моё, уже, да, со старта? Ну ладно. Небольшой сазанчик. Сейчас мы его заберем. Хорошенький, иди сюда. Оп, так. Есть. Малыш. Ну, малыш не малыш, но приятный малыш. Давай тебя освободим. Аккуратненько. Иди. Так, ну кукурузка работает. Вот так вот. Накроем, а то ветерок сносит опарышей. Так, где там застрял? Оп. Немножко уменьшим глубину. А то поплавочек не хочет становиться.
Класс! Первая рыбка такая приятная. Вот так вот, все. Немножко убрал. Давайте еще попробуем на кукурузку. Вот так вот. Все, опускаем. Все есть на канале, только поплавочка нет. Вспомним юность. Такой юность, детство, блин. Наверное, сейчас чуть-чуть подкормим место кукурузкой. Вот так вот. Много не будем сыпать. А то насытится и уйдет. Класс. О, кто-то подошел. Хочу снять такой формат без нарезки. То есть там у меня карты памяти где-то на час хватает. Вот часик мы с вами посидим, я камеру выключать не буду. Понравится такой форматик, буду хотя бы раз в месяц снимать. Наверное, какая-то мелочевка. Притопила, о, еще притопила. Есть. Ого. Ух ты. Это уже повеселей. Зашел в камыш. Ох, карпушка. Давай. Класс. Ребята, это что-то. Это класс. Круче любого фидера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поплавочная удочка рулит. Иди, мой хороший. Иди сюда. Иди, это уже нормальный. Вот так. Это уже хороший, ребята. Красавец. На солнышке блестит. Иди сюда, мой хороший. Так. Заглотнул. Блин. Палочку брал. Наверное, улетело ветром. Сдуло. Ладно. Сейчас попробую освободить тебя. Ну-ну. Понимаю. Так, как же тебе достать-то? Ага, все. Аккуратненько. Иди, мой хороший. Да. Поплавочек. Так, ну будем продолжать дальше ловить на кукурузу, раз рыбка так активно отзывается. Удилище у меня, это самые мои первые телескопические спиннинги, на которые начал на кормочки ловить. Пролежали у меня уже кучу лет в загашнике. Так, кукурузка. Надо покрасивее выбрать что-нибудь. Такую вот. Вот. Все делаем. Забросик. Чуть-чуть поближе. Место прикормки. Вот так. Попробуем потом еще на опарыша. Жаль, ветер. Может, он вам будет мешать, ребят. Ну, извините. Фу, класс. Поплавок рулит, ребят. Я же помню свою первую удочку. Гусиное перо. Тесто. Наживка была, вернее, насадка. Вату добавлял, кто-то подошел, мешал с ватой, ну, чтобы не так быстро с крючка сбивала рыба. Вот. И ловил карасиков.
Даже катушки не было. Была палка, просто была привязана к ней леска. Блин, ветер. Ай, плохо. Забрасывать. Вот так. Фу, класс. В общем, рыбачим, пока работает камера. Подошел кто-то. Кто-то пробует нашу насадку. Сладкую кукурузу. Сейчас не важно, какая рыба будет клевать. Хоть окунь, хоть бы клюнул там карасик. Это не важно. Важен этот процесс. Сидеть и смотреть на этот поплавок. Ага, все, насадки нет. Сбили. Кормакит, конечно, хорошо, не поспоришь с этим, но я жалею, что я раньше не продлил, как говорится, ловлю. Хотя я люблю донку. Да, рыбка здесь есть, поэтому и клюет более-менее хорошо. Ну что, две рыбки уже у нас есть в арсенале. Ого, притопил. Здесь вот это еще верховодка есть. Не знаю, как называется, очень маленькая. Кукуруза бьет по кукурузе. Видите, поплавок танцует. Карпик, сазанчик, он берет агрессивно. Хлоп. И поплавочек ушел. А что за рыбка снимает кукурузу? Вот это я, конечно, затрудняюсь ответить. Давай. Она приклюнула. Поплавочек. Есть. Ух ты что, сход. Ничего себе. Тут-то хороший был. Отлично. Ладно. Траву уберем. Продолжаем ловить на кукурузку. Сейчас небольшую повешу и забросик вот так поближе, еще даже подмотаем. Вот. Вот в эти моменты ты забываешь обо всем, потому что у тебя все настроено только в одну точку. Этот красный поплавок. А кто хочет только начать рыбалкой заниматься? Вот много школьников смотрит видео. Вам нравится, но вы еще как бы, видите, нет удочки, нет того. Да, удочка по большому счету не нужна. Можно использовать обычную. Ага, отвлекает меня рыбка.
Главное, кусок лески и крючок, любой, самый дешевый. И можно начинать. Даже были моменты, мы тростник брали, использовали как удочку. Я ее тут на быструю руку собрал, просто кармак был старый. Монтаж поменял. Спрятался. Я тебя не вижу. Ага, теперь вижу. Самое интересное, сразу пытается уйти в камыш. Вот этот, который сошел, очень хороший был. Удилище прям, фу, аж вылетело. Приманка. Тебе перезаброшу, наверное. Чуть дальше. Давай вот туда. Вот так. Вот. Поменяем чуть место. Сыпанем кукурузки. Вот так вот. Сегодня такая была жара. Теперь ветер. Ну, это самое... Обещают дожди, грозы. Интересно, как по дождю будет клевать. Как я уже сказал, резать видео я не буду. Что мы снимем за час, то и будет. Топила и все, и бросила. Мы сейчас попробуем оденем кукурузку и опарыш на кончик, такой бутербродик сделаем своего рода. Ага, притопило, я жду. Кукурузки нет. Ладно, давайте сделаем, как я уже говорил. Оденем кукурузку. Есть. И у нас тут есть опарыш. Есть еще, в принципе, и червь. Ну, оденем опарыш. Крючок острый. Давайте попробуем. Вот так. Сейчас закроем крышку, а то может улететь. Ветер срывает. И сразу в воду полетит. Может, с опарышем не так будет активно себя вести.
Ловля на поплавок — это, наверное, как езда на велосипеде. Если раз научился, уже никогда не забудешь. Кто-то балуется опять. Может, даже карасик. Здесь есть такой полуладошечный. Не пойму я. Снова кукурузку сбили. Ладно. Сейчас большую кукурузину повешу. Вот так вот. Крючок не особо большой. Так. О, поклевка. О, кто-то, я не пойму. Аккуратно. Даже сазан не крупный был. Так, сейчас уже все начнут с меня смеяться, скажут, у тебя крючок какой-то ненормальный. Отличный крючок, даже скажу название — гамакацу. Почему не засекать, не пойму. Смотрите, у меня же второй сход, а до этого прекрасно засекалась рыба. Я не пойму, в чем проблема. Ладно, мне простительно. Я потренируюсь. Или крючок поменяю. Но сегодня уже менять его не буду. Потому что как бы крючки гамакацу, ну они нормальные. И именно для поплавочной удочки крючок. Аккуратно берет, не знаю. Ну, в том-то вся фишка, ребят, видите, без нарезки все. Вам же ж небось никто не покажет сходы, потому что если будут видео нарезать, будут только результативные поклевки все показывать, а я по чесноку. Может, даже с крючком не угадал, все может быть. Что-то мне там не нравится, когда поплавок находится. И тоже непонятно. То стоит, стоит, он бах, поплыл. Вроде отгрузил, нормально все. Давай, не, вернемся на место. Там, откуда начинали, вот так вот, вот. Так, два схода подряд, это уже сигнал. Если сейчас сойдет рыбка, значит, крючок необходимо менять.
Засекся хорошо. А то я уже хотел крючок менять бежать. Этот вяленький, те хорошенькие были, по удилищу даже чувствовалось. Это так. Почти малыш. Так, малыш, ты заглотил хорошо. Не взял инструмент специальный. Что-то не думаю. Проблемная ситуация у нас возникла, братан. Крючок застрял глубоко. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, называется. Ладно, ребят, я сейчас отключусь. Постараюсь освободить рыбку. Потом включусь. Ну все, освободил его от крючка. Как вы видите, вроде все целое. Пришлось повозиться, палочкой выдвинуть. Это, конечно, мой косяк, что не взял специальный прибор. Необходимо обязательно это иметь. Я тут так собрался, взял удочку. Быстрее рыбачить. Бедолага заглотнул вообще хорошо. Так, ладно, поехали дальше. Видите, пришлось прервать все-таки видео. Ну да ладно. Рыбка проклевывает. Конечно, настроение я ему испортил. На пару дней, ну ничего, отойдет. Будет умнее, уже будет осторожней. Это ж карп, он умный. Уже будет крючком побаиваться. А ветер никак не успокоится. Уже как бы вечерняя зорька, как бы, блин. Кто-то возле крючка опять. Ну, давай. Смелей. Опять что маленькая. Блин, маленькая гасает, иди сюда. Кукурузинку чуть побольше. Ладно, подхват не нужен. Иди сюда. Иди, хороший. О, этот нормально. Краешек губы пробил. Вот так, иди. Ух! Давайте подцепим что-нибудь побольше. А побольше цепляю сходы, получается. Вот так вот. Вот. Все. Снова забросик. В общем, я не знаю, в какой момент может остановиться камера. Так что рыбалка может прерваться в любой момент. Все равно ветерок немножечко, но подутих. Ой, хорошо. На удочку единственное, минимально идут травмы. Идет прокол просто и все.
если хотите, могу выехать с фидером посидеть. Там уже, думаю, рыбка будет поинтересней, покрупней. Но сегодня у нас поплавок. Кукурузки нет. И крючка тоже нет. Это что-то. Придется снова прерваться. Ребята, сейчас я поменяю крючок и включусь. Ну, ребята, снова на связи. Заменил крючок. Был у меня с длинным цевьем, маленький. Это такой карповый крючочек новенький. Продолжаем ловить рыбку на поплавок. Все, вот этот крючочек. Поехали. Да, ох и поклевка, блин. Крючка как и не было, блин. Такое, что ты лег? Что не так? Не пойму, в чем дело. Сейчас проверим, ребят. Все понятно. Сейчас секунду настроим. Все в прямом эфире. Жалко, здесь покрытия, ребята, нет. Так бы можно было вообще в онлайне снимать рыбалки. Ну ничего, мы над этим поработаем. Может быть, получится. Чуть поставить помощнее сюда. Ну, чтобы стримы шли. Без записи. Хотя и так стараюсь, видите, не резать видос, но не получается. Просто если я сейчас буду снимать, как я пойду в машину, крючок искать, вязать, это целая история. Ну, сами поклевки, видите, я не режу. От заброса до поклевки видео идет. Угу. Кто-то заинтересовался кукурузкой снова. Ну, будем периодически все равно подкидывать кукурузку. Сладенькая, вкусная, хорошая. Сбили кукурузку. А давайте снова попробуем. Оденем кукурузку. И оденем опарыша. Попробуем так. Тут сбивается кукуруза. Один бах-бах, ударщик, и все, кукурузки нет. Зря червей только копал. Вымазался. Вот так. Поближе, поближе. В точку. Вот так. О, все. Солдатик на посту.
Это у меня нервы, нервы. Ладно, успокойся, Виталик. Вспоминай технику лова на поплавок. Главное спокойствие. Да, ну крючок, конечно, как отрезало. Ну, ближе к берегу навряд ли крупняк подойдет. Нужно удочку с дальним забросом чуть подальше. Я думаю, минут на 20 батареи хватит. Думаю, еще одного зацепим двоих. Вроде клюв нормальный. Есть. Есть, есть, есть. Есть. Зеркалочка. Иди сюда. Иди, 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 иди. Иди аккуратненько. Оп. Есть. Есть карпик. Есть карпик. Хорошо, что не заглотил глубоко. Давай. Иди. Расти большой. Вот так. Есть. Опа. Все, вечерняя зорька начинается, ребята. Солнышко уже такое становится красноватое. Тишина. А после поклевки постоянно минуток 5 вообще тихо-тихо становится. Видно, рыбка с места уходит. Ладно, еще кукурузки тебе подкинем. Малеха, кушай. Кушай, кушай. Жарко, сейчас такой ветер что-то подул. Погода меняется. Рыбка плещется. Возле поплавка.
носятся. Люди еще купаются, блин, фу, такой ветер. Есть, повел. Тихо, 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 тихо. Иди сюда, иди ко мне, мой юный друг. Иди сюда. Ого, что там рыба выпрыгнула, не пойму. Не понял я. Застрял в камышах. Иди. Рыбина на камышах лежит. Сейчас, ребят, подойду ближе. Что-то она выпрыгнула. Сейчас заброшу. Вот там, где обрезаны камыши, камера плохо не приближает. Вон номер. Вылетела и на камыш залетела. Вон, вот, смотрите. Нифига себе, какой здоровый сазан. Полторушка где-то. Что он делает? Икру мечет, что ли? Может ему помочь? Пойму я. Хвостяку. Ну, за килошку сазан явно. Ладно, сейчас еще посижу чуть-чуть. Поплыву, посмотрю, что с ним. Что он там делает-то? Перезабросить чуть-чуть подальше. Че? Непонятно. Замер. О, рыбка подошла. Thank you.
Наверное, кукурузу сожрали. Проверить. А, хороший улов. Я бы сказал, отличный улов. Как раз в онлайне. Так опозориться только ты могла. Иди сюда. Иди, иди, иди. Давай. Блин. Позор. Ну да, спряталась, конечно. Да, хотя мне помнится такое было. Ай, блин. О, да. Да не царапай меня, гля, царапает. Ты что меня царапаешь? Ну, так мне ж крючок на вытянуть. Как, по-твоему, я тебя спасу? М? Я понимаю, что тебе больно. Давай, давай делаем так. Я вытягиваю. Подожди. Так, ладно. Не хочешь так бы? Я тебе все равно помогу. Ё-моё, ну ты же даже не понимаешь, что я хочу сделать. Ну, вкусная кукуруза была. Чем больше ты сопротивляешься, все. Ну, и чё? Больно. Ну а кукурузу лопать? Извините. Угу. Убежала, да. Обхитрила меня прям. Все кукурузу любят, да, и черепахи. Я думаю, дюб, и все. Так, у меня покоя не дает вот этот сазан, который торчит в камышах. Ладно, давайте так. Сейчас еще поклевочку. Две. И посмотрим, что там происходит, почему рыба торчит вниз головой. Без жара такая была. Под вечер, ну, погода резко будет меняться. Если хотите, я выйду как-нибудь, возьму еще камеру дополнительно, чтобы мы могли поплавок, сами поклевки заснять поближе. Все в ваших руках. Пишите в комментах. Интересно, делаем. Ну, черепаха, конечно, да. Давайте еще одну поклевочку дождемся и поплывем сейчас. Смотри, что там в камыше произошло. В принципе, часик я уже и так рыбачу. Рыбалка не вялая, в принципе, нормально. Мне кажется, на утреннюю зоречку это было вообще, ну, вообще что-то такое особенное.
Вода как зеркало, просто сама картинка. Этот поплавочек. А ну-ка, кто-то опять к кукурузе подошел. Может, опять черепахи атакуют? Ну, давай поклевку. Мы сплаваем, посмотрим, кто у нас там торчит в камышах. Чуть не пойму, что там происходит. Да, ему сейчас питаться и питаться нужно, набирать массу сазан. Ну, сазанчик весь жирный. О, видите, смотрите, он хвостяра какой, гляньте. Что такое? Блин, я же отвлекся. Так, ладно. Давай еще поклевку, и мы поплывем. А то, наверное, уже и ребятушкам интересно, что там торчит такое в камышу. Ого, бам, сразу удар. Кукурузы, наверное, нет. 100% сбили. 100% сбили. Да, все притопили и все. Корешка. Вот так. Угу. Уже карасиные какие-то поклевки. Давай, у меня уже батарея скоро сядет. Давай еще одну поклевку. Ё-моё. Не засек. Косяк. Ну, кто-то не бросает, крутится. Ну, видите, это нормально. Тут и черепахи могут клевать. Ах ты, ё-моё. Вот так вот, да? Ладно. Всё, ветер утих. И клёв подсел. Какой-то вялый-вялый. Черепаший какой-то. О! О, тихо.
откормленный, да, пузатый. Сворачивает, у меня уже камера на исходе. Еще влево чуть, но. Вот он. Че ты тут? Да тише ты. Я же тебе помочь хочу. Все, ушел. Спас. Так он полтора часа. Все, ребят. Я давно наблюдал, да? Так, где-то полчаса точно. Блин, у меня все очки на камеру заляпаны. Ладно, ребята. Закончим видос. Нет, там уже минут 5 еще есть. Ну что, ребята, вот такая вот получилась рыбалочка. Вот в таком вот онлайн режиме. Если вам понравилось, просто я не успел договорить, камера рубанулась, экшен. Но все-таки пока отнес камеру, подошел, включил эту, поплавок ушел, маленький карпушка взялся. Долго я его ждал. Ну, как сравнительно долго. Если 15 минут это долго, то это долго. Вот. Если вам данный формат понравился видео, пишите. Раз в месяц обещаю вот в таком вот час, полтора, может даже 2 часа беспрерывных съемок. Нет, значит, не будем делать. Все зависит от вас. Но я реально, я столько получил кайфа. Я, блин, от поплавка отвык. А когда клюет карпик, сами понимаете, о чем я сейчас говорю. Это вдвойне я получаю удовольствие. Так что, если вам понравилось данное видео, ставим лайк, делимся с друзьями, пускай видео идет дальше. Вот, и пишем в комментариях. Если не нравится, минус. Нравится, можете плюсик поставить или написать сами. В общем, всем пока. До новых встреч на канале Дневник Рыболова. Мы же экспериментируем, хотим что-то новенькое разнообразить. Так что, всем пока. До новых встреч.